Интересно, машину встретил на авторынке Subaru. Subaru как бы Legacy с передней частью, но это у нас получается в кузове пикап. Это крайне редкий автомобиль. Сзади у него такая небольшая грузовая платформа. А сама машина называется Subaru Bolger. Честно говоря, я могу ошибаться с произношением. Автомобиль делался для чисто американского рынка. Очень уникально. Таких машин у нас, не знаю, в Казахстане, наверное, единицы. Встречается крайне редко. Ну и в связи с этим, наверное, сложно найти какие-то определенные детали. Видим, здесь сломан плафон. Ну, мне кажется, надо где-то заказывать через интернет. Но машина, в принципе, в таком неплохом техническом состоянии. Мне даже дали ключи, и можно прокатиться. Но, к сожалению, не имею достаточного времени. Очень много машин. И хочется снять хотя бы немножко, но кратенько. Давайте посмотрим сам салон. Ну и самое главное, стоит автомобиль у нас 3,5 миллиона. Что очень классно, в субарках это безрамные стекла. Это очень круто. Правда, в последнее время они стали уже делать более стандартные, но это в угоду безопасности. Дальше у нас салон. Машина у нас 2,5 на автомате. Оснащена люком. Ну, по салону, в принципе, неплохое техническое состояние. Есть кое-какие огрехи, которые необходимо заделать. Ну, то есть, вот эти вещи обычно те, кто занимается прям сильно продажей, можно покрасить. Ну, давайте, можно даже завести ее. Правда, это получится у меня немножко коряво. Снимаю правой рукой и левой. Заводим. Пробег у нее 311 тысяч. Машина, наверное, с Америки, наверное, скорее всего, это именно в милях, тогда надо нажать на 1.6. Ну, в принципе, существенный оппозитный двигатель субаровский. Ну, салон такой неплохой. Машина вроде работает так четко, чисто. Ну, тахометр, по крайней мере, не плавает, обороты ровные. Также есть такой небольшой маленький дефект, у него сперли заглушку. Вообще у нас, да, часто бывает зеркала снимают, либо лопухи. И здесь вот такой элемент отсутствует, но это, в принципе, небольшая проблема. Можно приобрести, заказать через интернет. Вот, интересный такой Subaru. А мы поехали дальше снимать машинки. Ставьте лайки, пишите комментарии.